Чурлёнис. Селекционер Юрий Репрёв, 1978 год. Невысокий флокс, высота 60 сантиметров. Диаметр цветка 4 сантиметра. Вообще крупный цветок. Довольно-таки. Это из дымчатых флоксов. Такой он сливово-розово-сиреневый. Даже с небольшим малиновым оттеночком. Фотоаппарат, мне кажется, не очень точно передает его расцветку. И вообще по флоксах всегда трудно расцветку правильно передать. Мне кажется, любым фотоаппаратом. Такая по всему полю серебряная дымка. С возрастом она усиливается, и вот он выгорает, а дымка серой такой становится, пепельной. Соцветие полуконическое, крупное. Вообще, этот Юрием Репрёвым флокс получен, Чурлёнис, от флокса Сумрак. Отсюда и, я думаю, такое вот строение самого цветка. Кончики лепестков немножко внутрь отогнуты, как в люди. Ну вот, Чурлёнис распустился, распушился. На нем четко седина видна. Очень красивые разводы. Ничто им не помешал, ни дождь, ни ветер. Ну, мы знаем, что в крови у Чурлёниса один из родителей Сумрак. Поэтому седины такого серебристого оттенка хоть отбавляй. Чурлёнис.